Всем привет! Американская компания Gerber занимается производством ножей уже более 70 лет и является одним из крупнейших производителей в этом сегменте рынка. Но также у них есть и другие, не менее нужные вещи, как, например, вот эти кусачки. Их сейчас и рассмотрим. Кусачки имеют обоюдоострые режущие кромки, которые позволяют перекусывать провода в любом положении. В комплекте с инструментом идет надежный и прочный нейлоновый чехол расцветки хаки с расположенными на нем пластиковыми молли совместимыми стропами, позволяющими надежно крепить снаряжение на экипировке. Они обладают небольшим весом и позволяют проводить манипуляции при помощи одной руки, что является несомненным плюсом данной модели. При этом оказываемое усилие составляет около 34 кг. Инструмент оснащен удобными подпружиненными ручками с фиксатором, ограничивающим рабочим ход. Ручки имеют пластиковое покрытие, устойчивое к агрессивным средам, а это позволяет не беспокоиться о скольжении инструмента в руке в самый неподходящий момент. Ну и давайте тестить. Кусачки от Gerber. Вещь очень удобная, ею можно управлять, этими кусачками можно кусать одной рукой, то есть вы не скованы в никаких движениях, все очень просто, легко и интересно на самом деле, потому что видно, что вещь сделана очень качественно, у нас здесь такие прорезиненные типа ручки, очень удобно ими управлять. Ну, давайте протестируем, на что они способны. Итак, возьмем обычный кабель двухжильный, ШВВП 2х1. И, в общем, перекусим. Я думаю, без проблем он справится. Они справятся, эти кусачки. Раз. Все легко и просто. Ну, на самом деле, давайте еще раз попробуем, потому что у меня как-то калично получилось. Раз. Оп, откусило, без проблем. Вторая сторона. Раз. Вот вторая сторона. Немножко даже получше откусывает. Раз. Раз, откусывает. Без проблем. Ну, кабель к кабелям. Ну, что взять с обычного кабеля? Давайте попробуем медный кабелек. Тоже, я думаю, никаких проблем не будет. Раз. Откусили. Вообще без проблем. Откусывает. Дай боже, мое почтение. Вязальная проволока. Пробуем вязальную проволоку. Это у нас сталь. Ею вяжут арматуры, если кто не знает. Также без проблем она вот у нас рубает. Чикает. Что еще хотеть? Арматура, я вам скажу, это не вязальная проволока. Во-первых, толщина побольше. И во-вторых, как я понимаю, сплав немножечко другой. Смотрим, как она будет, как кусачки будут кусать арматуру. Оба-на! Как видели, оба-на! Откусывает. Ну, потяжелее, скажу вам. Потому что это арматура. Я не знаю, какой сплав. Ой, что я мелю, какая арматура? Электрод, блин. С этими обзорами уже все мозги себе забил. Это электрод. Электрод троечка. Электрод, не знаю, из какого он материала, но кусается потяжелее. Но что нам эти электроды? Попробуем, откусит ли эти кусачки сетку. Есть в моем распоряжении сеточка обычная. И сейчас посмотрим, смогут ли наши кусачки эту сеточку обрубить. Итак, ну, как видим, сетка заходит в зубы этих кусачек. И теперь пробуем. Оба-на! Смотрите, легко и просто. Еще раз. Оба-на! Легко и просто. Вот кусок этой сеточки. Так, слушайте, интересно. Прям вот, вот сеточка такая хороша. То есть мы можем, как видите, сверху подлезть, так и... То есть снизу, вернее, подлезть, так и сверху подлезть. Вот, допустим, нам нужно вот это вот откусить. Мы себе берем. Раз. Оба-на! И откусили. Жаль, что петли от замков сюда не подходят. Можно было бы кому-то замок откусить. Ну или себе, если нужно, если там, допустим, забыли ключи. Так, ну смотрите, у нас еще есть вот такая вот каленка. То есть это не простая сетка, это каленая, я не знаю, в тюрьме где-то, чтобы зэки не могли сбежать. Сейчас попробуем. Зэкам на заметочку, да? Итак, давайте для большей наглядности снизу подлезем. Блин, жалко, кстати, здесь рубать. Давайте вот попробуем. Это та же сетка, только она вот кусочком. Посерединке, смотрите, раз подлезли и оба-на, откусили. Круто. Это у нас сталюка или как она называется. Слушайте, круто. Еще раз попробуем. Раз. Вот, без каких-либо напрягов. Рубает, что масло. Еще раз. Ну, конечно, за такие бы то деньги. Раз. Вот, что вы хотите. Вот, смотрите, еще раз. То есть, она грубенькая у нас, эта сетка. Раз.
Офигенно. И как я вижу, эти вот зубья сходятся далее идеально. То есть никаких проблем нет. Видно, что товар качественный и офигенный. Раз. Все аккуратно, все просто, все легко. Вот такой у нас был сегодня обзор, ребятки. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите. Ну, конечно, что писать. Штука не дешевая, сразу я вам говорю. Вот, так что кому нужно, тому, наверное, нужно. Ставим лайки, как я говорил. Подписываемся на канал. Дальше будет много интересных тестов. О, мне уже пересвет пошел. Солнце светит. Дальше будет много интересных тестов и интересных видео. Пока. Хорошего вам дня.